заехали в Анапу. Посмотрите, пожалуйста, с левой стороны город, курорт Анапа. А с правой? А там, смотри, еще деревья какие-то. Персики, наверное. Нет, это виноград. Вон, почка это, такая вот здесь, стоит. Да, виноград. Виноградник, да. Я думала справиться, что это деревья. Все, мы приехали, наш номер еще занят. Мы приехали немножко пораньше. Получается, сейчас 12 часов, а заселение с 2 часов. В общем, нам нужно подождать какое-то время, пока наш номер уберут. Заезжаем сегодня в Гриджо. Мы здесь уже останавливались в том году, нам понравился этот отель. И, наверное, пока будут готовить номер, мы пойдем на пляж, в общем, погуляем, не знаю. 2 часика нужно будет погулять. Так, ну а сейчас будет контент «Много цветочков». Какая красота, смотрите, прям рядом с отелем. Да, чтобы песочек не заносили в номер, можно помыть ноги. Идем сейчас на пляж, конечно, прям супер жарко, в джинсах, в кроссовках, но ничего страшного. В час у нас уже обед, так что к часу нам нужно вернуться в отель. С часу до 3 будет обед. Конечно же, вам все покажу, потому что я знаю, что многие любят смотреть, что вообще в отеле, какая там еда. Божечки! Чтобы не перегрелась. Уже перегрелась. Ой, какие цветочки. Сейчас идем, уже зашли, грубо говоря, на пляж. Посмотрели, что вода сегодня 19 градусов, и многие идут с кругами купаются. Пойдем дальше. Вечером потом пойдем, конечно же, на пляж. Думаю, будем купаться. Пока идем просто ножки помочить. Да, по песочку иди. А здесь в тенечке прохладный песок. Милана, как всегда, боится тараканов, муравьев, комаров, мух, всех насекомых. Короче, расскажу историю. Да не надо. Зашли с Миланой в туалет. О, папа, вот и ларечки. Папа говорит. Где ларечки все на пляж? Она увидела муху и выбежала. И не смогла сделать свои дела. Людей не очень много. Конечно, не так, как в июле месяце или в августе. Есть свободные места, и, как видите, люди купаются. Водички. Сейчас посмотрим, есть ли водоросли сегодня. Или вода чистая. Водичка, знаете, такое не парное молоко, освежающее. Но, в принципе, купаться можно. Есть, конечно, водоросли немного. Даже с детьми купаются, ничего. Ну и какая же Анапа без бамбучи. Они здесь всегда на пляже. На всех, наверное, на пляжах Анапы они ходят. А вот она зона от отеля на пляже. Здесь есть бар. Шезлонги очень удобно, можно их притащить ближе к водичке. Ну, конечно, комфортно, наверное, сейчас такое время. Сейчас, грубо говоря, часть дня. Под... как называется? Навесом. Нам позвонили, сейчас сказали, что номер готов, а сейчас 12:30 дня, то есть по большому счету можно раньше заезжать. Если номер готов уже, как ну да, если номер готов, нет, ну вот номер из нашего готов. Номера мы выехали, в 12 выезжаешь и вот... А зачем? У меня там все хорошо. У меня мокрые джинсы, они все внутри с песком, я не знаю, что мне делать. Мы их просто уберем. Я решила сегодня скупаться, потому что есть участки, где прям много водорослей. Ты начала водорослей. Снизу? Да. С брюк? Да. Просто есть участки, где прям много водорослей, я боюсь, что завтра будет все в этих водорослях. Поэтому будем сегодня купаться. А сейчас что ты будешь делать? А сейчас я иду есть. Самое любимое занятие Лики. А потом мы идем в бассейн, а потом идем на пляж. Но на самом деле, когда я ехала в машине, я мечтала только о кровати. Сейчас уже и не хочу, а да? А сейчас уже и не хочу. А мы ножки освежили, так и кайфово. Я уже прям встала сразу, раз, и все прошло. Да, водичка прохладная в море, так прям приятно. И песок, потом выходишь из воды, горячий. Такой горячий, это просто кайф. А здесь, смотрите, не от отеля, видно просто платные. Лежаки вообще никого нет. Ребята, кто спрашивал про катер, может уже проходить. Лик, ты спрашивала про катер? Да. Минут 15. Оля, ты знаешь, такая маленькая. Те, кто спрашивал про Катю, проходите к берегу. На обед себе взяла борщ зеленый, сметану очень люблю. Здесь картошечка айдаха, морковка, кукуруза, тефтелька и соус тартар. Ну и компотик.
Слушайте, зеленый борщ просто обалденный. Очень вкусный. И смотрите, паша с тунцом, картофель по-деревенски, тефтели, свинина, говядина и сосиска с капустой. Соусы, конечно же, кукурузка, сыр фета, салатики. Здесь маринованные, очень вкусный этот салат. И маме понравились маринованные огурцы. Фрукты, апельсины и яблоки, бананы и сладости разные. Ушки, тут кексы, круассаны, зефирки, мармелад. Здесь зона можно налить чай, кофе растворимый, сахар, разные компотики. Смотрите, здесь компот, напиток Аркаде и яблочный напиток. Давайте проведу рум-тур по нашему номеру. У нас он двухкомнатный. Первая зона – это коридор. Здесь получается шкаф с вешалками, с одеялом, сейфом, полотенцем. И зона вот такая вот хранения здесь. А халаты, тапочки, зеркало и много разных крючков. Здесь получается у нас ванная комната с душевой кабинкой. Конечно же, шампуни и гели разные, зубная паста, щетки, фен. Так, здесь тоже же полотенца висят. Дальше перемещаемся в первую комнату. Здесь получается диван, который нам уже разложили, и еще кресло тоже. Это кресло раскладывается. Телевизор. Здесь холодильник маленький, чайник, чашки. Но все это на самом деле по большому счету особо не нужно, потому что здесь классная еда. Первый балкончик с видом на бассейн. Этот балкон. И вот. Вот это вот, это тоже наш, сейчас выйдем. А, здесь еще, смотрите, можно вешать белье, сушить купальники. Так, еще классная шумоизоляция, смотрите, я закрываю, и вообще ничего не слышно. Всегда путаюсь в этих занавесках. И вторая комната, тоже классная, Милана забежала, сразу сказала, что будет спать на втором этаже. Такая вот двухэтажная кровать с ящиками. Здесь еще шкаф тоже с одеялами и вешалками. Так вот все выглядит это. И здесь кровать большая, двухуровневая. Здесь двухспальная кровать, тумбочки со всех сторон, телевизор, туалетный столик. И тоже есть выход на балкончик. Точно такой балкон, как с той комнаты. Только здесь нету стульев. Ну и, собственно говоря, вот она территория. Получается детский бассейн, взрослый бассейн, много лежаков. Всегда есть свободный. Сейчас отель 100% загружен, то есть он полностью заселен. И, как видите, лежаки, в принципе, есть свободные. И вот здесь вот еще есть детская зона. Сейчас поближе покажу. Вот она, детская зона с качелькой, с горкой. Анимация будет вечером. Наверное, сейчас, если не знаю. Милана где-то с папой сейчас ушуршали. Я даже не знаю, где они. Красиво стоим. Опа, молодец, еще разок. Бросаемся, бросаемся, бросаемся. Когда мы еще будем бросаться только в родителей или в меня? Я ношу опять по крышам бегать, голубей гонять. Я заметил твой смеющийся взгляд. Коза сей, но осай, ангету. Давайте быстро вам покажу завтрак. Нарезка, здесь получаются овощи, колбаска, сыр. Вот этот сыр очень вкусный, масло. Разные тут сладости, соусы, омлет, блинчики со сгущенкой. Это вареники с творогом, манник, мама взяла манник. Так, это сосиска с сыром, блинчики со сгущенкой и манник. И там еще две каши. Сейчас есть сухой завтрак, молоко, йогурт, джем и молоко сгущенное. Идем сейчас на обед. Прикиньте, она не накрашена, я накрашена, еще и у нее тень сперла. Я не... нет. А, ну возьми. Точно? Да, белую вот эту возьми. А чего у меня написано, что загружено 5%, а это 2 часа? Потому что не знаю. В общем, идем сейчас на обед. Что? Ой, куша. Идем на обед. Обед с часу до 3. Давай водички попить. Открой. Ничего страшного. Обед с часу до 3, и после обеда идем сразу на пляж.
потому что в 4 часа нужно быть в отеле. А что так блестишься? Крем, ты тоже так блестишь. Я тоже так блещу? Да, это крем. Интересно, на камеру это видно или нет? Да, видно. Немножко. Ладно, в 4 часа будет дискотека, а точнее мыльное шоу. Я очень хочу на него попасть, так что в 4 часа нам нужно быть в отеле. Ты не попадешь. На обед у нас брокколи, свинина с овощами, рис отварной, рыба, запеченная с сыром. Это окунь. Конечно же, хлеб, там сверху разные сетки лежат. Здесь сметана, соус, сыр, оливки. Кукуруза, горошек, салат со свеклой, здесь курица с сливочным соусом, спагетти, так, это не подписано, не знаю, что это, и опять же окунь. На первое куриный бульон, суп пюре грибной и борщ красный. Из напитков, конечно же, чай, кофе, морс смородина и напиток аркаде, также яблочный сок. Я на обед взяла себе рыбку, окунь, рис, конечно же, кукурузу, морковочку, борщ сегодня красный, сок апельсиновый и хлеб с борщом. В принципе, вот так. Миланка тоже ест борщ. Короче, борщ едят все сейчас. А там еще есть не гороховый, а грибной суп-пюре. Ну, все налетели на борщ. Наели, сейчас еще попьем чаек и идем на пляж. На мыльную вечеринку. Какая мыльная вечеринка? Мыльная вечеринка будет после пляжа. К 4 в отель нужно вернуться. Я вообще хотела сказать, что еще хочу зайти в разные ларечки, походить вообще по таким магазинчикам, посмотреть какие-нибудь, может, сувениры. Ну, в общем, что-то принести с собой. Давай, мама, ты будешь озвучивать мой контент. А мне вот это вот очень нравится. Розочка. Розы здесь реально, они просто гигантские, они вот с одной веточки сразу по три розочки. Понюхайте, как пахнут здесь розы, понюхайте. Да. Еще вот, они прям, знаете, такие пышные-пышные эти розы. Красота. А я иду снимать кое-что очень интересное. Покупочка моя. Подождите меня, стоять. Нет, меня не хотят пропустить. Вы меня забыли. И пропускать меня в Москву. 14 000. Все, мама узнала, сколько стоит эта коробочка, ее это возмутило. Мне глаз до сих пор что-то вот так дергает, я не могу, я не понимаю, что такое. Я специально с вами очки одеваю. Да, это просто ручная работа, ручная работа. У меня язык вообще, я не пойму, я иду и все не так говорю, не те слова. Ой, Мия, подожди. От отеля до пляжа идти буквально минут 7. Да, я именно это и хотела сейчас сказать. Сказать, что идем мы минут 7 уже. И, в принципе, мы уже по большому счету пришли на пляж. Вот по вот такой вот прямой дорожке и идем прямо. Сегодня прям побольше людей. Что? Ой, а водичка сегодня чище, чем вчера. Водоросли нет совсем. Не знаю, посмотрим. Сейчас, подожди, я не затянулась плохо. Это такая Клеопатра. Так они аутичные, она гибкая. Плечи закрыты в то же время. Посмотри, да? А еще в 4 часа раздают бесплатно картошку фри и наггетсы. Но вот что
осталось после пенной вечеринки. Это еще, знаете, более-менее в порядок все привели, потому что вот эти лежаки были все перевернуты, бордюров было не видно, в общем, творился капец. Но это было так весело. Вышли сейчас на ужин. Я помыла голову, но пенная вечеринка, это был просто кайф. У нее мокрые волосы, у меня все пухнуло. Потому что Миланка вначале помылась первая. В общем, пенная вечеринка, это просто пушка какая-то. Это было так весело, причем и взрослые, и дети все прыгали в этой пене, скакали, там плясали. У меня это как бассейн, у меня вот так вот пена была. Да. Ну а сейчас мы идем на ужин. Уже, в принципе, ужин как, наверное, час идет, пока мы просто собрались, помылись все. Вот только вышли. Бассейн даже. А еще сегодня бесплатно алкогольные коктейли. На ужин рогалики с джемом, печенюшки, вафельки, орешки, печенка, брокколи, пюре картофельное, котлетки куриные, хинкали. Здесь тоже пюрешка хинкали и котлеты. Разные соусы, салат мимоза. Абрикоски, разные овощи, салат, зелень. Сейчас возьму, покажу, что будем есть. На ужин, в общем, я взяла пюрешку, забыла, котлеты, соус тартар, мимоза, сок и абрикос. Очень много абрикос. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. На десерт папа взял себе рогалики с джемом и кефир. Спасибо нашей участнице. Возвращаемся на свое место. Ребята, на этом мой влог подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Мы уже легли спать. У нас 12 часов ночи, уже больше на самом деле. Уже 12:30. Милана решила сегодня спать со мной, хотя здесь есть двухэтажная кровать, но она решила спать со мной. Ладно, всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.